Всем привет! И сегодня я хочу открыть 4 шоколадных шарика Чупа-Чупс Фиксики против Кработах в поисках Меги. Ну, Мега — это один из персонажей, которого мне не хватает до коллекции. Ну, там есть еще несколько героев, но поскольку эта коллекция полностью повторяет предыдущую, и всего 2 героя добавили, Альта и Мегу, то вот мне нужно найти всего лишь навсего одного, ну а по факту 3, чтобы собрать 2 коллекции, в принципе, идентичные друг с другом. Так, неужели он мне попался? Нет, он мне не попался, это, кажется, Шпуля, и, ой, ее мне тоже не хватало. Вот такая вот классная девочка с зелеными волосами, с зеленым личиком. Вот, нечто такое болотное, наверное. Тыдыч, у них значок на груди, желтенькие такие перчаточки. Классненькая фигурка. Здорово, что она новенькая, а то последние разы мне что-то все старенькое попадалось. Так, и мне вот этот Мега нужен. А, нет, это Верта. Я ошиблась, это Верта. Столько много персонажей. Альт мне уже попадался в прошлый раз. Вроде бы мне еще нужна Симка. Симка и Шпуля, если мне память не изменяет. Но, очень честно, не помню, очень большая коллекция. Так, ну вот самое главное — найти Мегу. Очень бы хотелось. Из-за того, что всего лишь навсего 2 персонажа, получается, приходится собирать всю целую коллекцию. Опять нолик. Опять попался нолик. В прошлый раз мне тоже нолик попался. Он, конечно, прикольный, такой голубенький, маленький. Но нолик у меня уже есть. Для любителей мультика. Мы, кстати, у меня младшая дочка просто обожает фиксиков. Больше ничего... Ой, опять Шпуля. Нет, вернее, Верта. Больше ничего не смотрит, только фиксики. Прям музыка ее завораживает, и, видимо, сами герои. Ну вот, к сожалению, сразу у нас 2 одинаковые. Так, ну, надеюсь, это не нолик будет, а то у нас будет 2 нолика. Так, будет вообще тогда весело. Нет, это нам пап... А, дедус попался. Ну, дедус у меня тоже есть. Да, тяжело, тяжело в такой большой коллекции найти недостающую фигурку, очень-очень много повторок. Коллекция, конечно, классная, сейчас вышла уже новая, новогодние коллекции вышли, мимимишки тоже никак одного найти не могу, Валю. Вот, так что вот такие вот у нас попались 4 фиксика, ну, 3 фиксика, 1 фиксик одинаковый. Ну что ж, будем искать, в следующий раз, может быть, нам все-таки повезет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро будет розыгрыш перед Новым годом и Рождеством. И посмотрим, я для вас приготовила очень классный подарок в честь того, что у меня уже 2000 подписчиков. Помогайте мне, друзья, подписывайтесь, приглашайте своих друзей подписываться на мой канал. Как только мы наберем 5000 подписчиков, у нас тоже будет розыгрыш подарка. До новых встреч, пока-пока, друзья!